Всем добрый вечер. Ну, это видео, наверное, больше для моих подписчиков на Яндекс.Дзене, так как вечерний эфир они не могут попасть. Вот сейчас чуть-чуть пройдемся, прогуляемся по Лазаревскому, по вечернему, в самом-самом центре, в районе фонтана. Тут у нас музыкальные ребята едут, какие-то музыкальные песни. А сегодня, обратите внимание, подрезали пальмы, навели красоту. Вообще, я вам скажу, что в этом году администрация вообще, прям, я не знаю, прям, как будто всех подменили. Все благоустраивают, облагораживают тут и зимой, и летом, и весной. Сейчас везде поставили антивандальные лавочки, антивандальные урны, и вот на днях привезли специальные такие антивандальные вазы, красивые. Будут сажать цветочки. А посмотрите, какая у нас красота. В конце ноября цветут вот всякие лютики, цветочки у меня в садочке. И в то же время разгуливают всякие олени. Да-да. Ну, естественно, олени не настоящие. Вот такие вот. Я не знаю, что это за дерево, но он достаточно красивое. Если утром посмотреть на него, дневные часы, вообще тут яркий, насыщенный красный цвет и зеленая листва, прям волшебство какое-то, практически лето. Вот какая красотища это у нас сейчас прям здесь и сейчас, как говорится. Но сейчас мы прогуляемся и потом пойдем с вами туда, на площадь, к району ЦНК. Там у нас тоже есть что посмотреть, много всякого интересного. Ну, а там уже и вечерний эфир. Лазаревская потихонечку, медленно и уверенно преображается, готовится. Ну, преображается не только вот, как сказать, меняется стиль, ставятся лавочки, наводится красота, но и готовится к Новому году. Так что как бы вот так. Вот такая вот красота, пальмочки в огонечках. Ну, а сейчас схожу, точнее, пойду на площадь ЦНК, и там уже продолжим с вами этот ролик. Посмотрите, что у нас здесь творится. Так, я лично забываю, что я сейчас снимаю с телефона. Камера днем нормально снимает, вот вечером все-таки мне нравится качество. Поэтому снимаю с телефончика. Итак, встретимся на площади около ЦНК, Центр национальных культур. Хотя, думаю, там мы уже снимем другой ролик. А здесь, в районе некогда работающего фонтана-одуванчика, закончим нашу прогулку. Вот у этих двух симпатичных оленей. Ну что, можно сказать, что всех с наступающим. Хотя до него еще больше месяца. Всем пока, до следующего ролика.